По традиции письма Деду Морозу начинают отправлять в день его рождения, 18 ноября. Родителям на заметку, чтобы ответ из Великого Устюга точно пришел вашему ребенку, важно правильно оформить почтовое отправление. Давайте я вам продиктую адрес Деда Мороза, нашего доброго волшебника. Это индекс 162-390, Россия. Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза. И обязательно надо заполнить от кого. Конверт с письмом обязательно должен быть с литерой А, или на него нужно наклеить почтовую марку. 3 декабря Почта России традиционно выпустит в обращение марку «С Новым годом». После этого в каждом почтовом отделении разместят специально оформленные ящики для сбора писем Деду Морозу. Самые первые письма у нас уже полетели, и полетели они, конечно, за рубеж, где наши клиенты хотят поздравить своих родных и любимых. За границу можно отправить письмо и Санта-Клаусу в его сказочную резиденцию в Лапландии. Для этого нужно приобрести специальные конверты, на которых уже указан верный адрес. А мы спросили у тагильчан об их письмах Деду Морозу. Я уже, честно говоря, не помню подробностей этих писем, но, наверное, что-то позитивное отвечали, с подарками. И без подарков, наверное, бывало. Или не с теми подарками, которые хотел. Ну, в интернете посмотрели и отправляли. Пару раз отвечал, а так маме в основном отдавали. Поздравления и подарки. Что дарит? Ну, то, что попросили. А в этом году будете писать? Конечно. Что попросите? Ну, пока еще не знаю. А сами пишете письмо или мама помогает? Ну, Роме мама помогает, а я сам. У Елены Трошевой 6 детей. Они уже подростки, но, по ее словам, до сих пор верят в новогоднее чудо и каждый год отправляют письма Деду Морозу. Дети до сих пор верят, и взрослые верят, наверное, потому что сказка, она должна прийти в каждый дом, в каждую семью. И только мы с вами, добрые волшебники, можем ее сделать. Чтобы ответ из резиденции Дедушки Мороза пришел к бою курантов, отправлять письма нужно уже на днях. Но если ответ к празднику не успел прийти, не отчаивайтесь, его обязательно доставят до старого Нового года.